Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге «Великие музеи мира» Мари Габриэль Капет. Автопортрет. Около 1783 года, холст масла 77 на 59. Мари Габриэль Капет является одной из первых женщин-художниц 18 века, которая профессионально занималась живописью и зарабатывала этим. Она училась у портретистки Аделаиды Лабиль-Гиар, исполнявшей миниатюры и творившей в технике пастели. Капет наравне с преподавательницей и другими художницами, такими как Мари-Элизабет Луи Виже-Лебрен, успешно выставляла свои картины на салоне, где, например, в 1791 году находились работы более 20 женщин. На данном автопортрете мастер изобразила себя сидящей перед мольбертом. В ее правой руке держатель с зажатым в нем мелком. Прекрасно показана красота нежного лица 22-летней художницы. Капет великолепно передает фактуру шелка своего платья, атласа банта, которым собраны волосы, тонкость кружев. Вот такое описание к работе Мари Габриэль Капет. Работа называется «Автопортрет», написана около 1783 года. Описание по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания. Красивая работа.